Привет любителям и ценителям города Сочи. Меня зовут Виола, и мы смотрим с вами в очередной раз пляжи. Вот у нас вход. Немножко нужно будет пройти, метров 30. И подъем на пляжик. Душ, туалет. Бесплатно. Обзор на пляжик Лего. В простонародье его называют. Такая уютная кафешечка здесь. Аквапарк этот написано 350 рублей. Та сторона закрыта. Еще продолжают все убирать. По правую руку от меня река Мзымта. Вдалеке мы видим пляж Мандарин, который пляж Чайка, Мандарин, в общем, самый центр Адлера. Разглядите его, конечно, отсюда проблема, в состоянии ли он принимать людей. Ну, как мы видим, река Мзымта успокоилась. Я приношу свои прощения, может, свою завялую речь, потому что я жутко устала отснять всю меретинку. Это тебе не тяп-ляп. Так, нет, девчонок не пускают, закрыто. Как раз многие вы просили его показать. А не знаете, как этот пляж называется? Ну вот этот объект Сочифорния называется. А, Сочифорния, точно, да. Сочифорния, Лего, еще какое-то название в интернете находила. Под видео, как всегда, подпишу, какие улицы относятся к этому пляжу. Или спросите в комментариях, есть ли видео о вашем пляже, которое будет относиться к вашей гостинице. Самолет. Сейчас полюбуемся, как он идет на посадочку. А с той стороны у нас люди загорают. Ну, это ж не на берегу моря. Получается, на берегу Мзымты лежат вот с этой стороны. Да в чем смысл? Когда море в нормальном состоянии. Интересно оно. Что-то я вот не помню. Как выглядит вот здесь пляж, представляете, забыла. Фу. Надо посмотреть свои старые видосы. Это все вот Мзымта размыто было. Еще раз Мандаринчик. Ну, видно, что поубран пляж более-менее. Еще. Море спокойное, значит, скорее всего, купаются. Плакат просто. О. Так, безлимит плюс шезлонг к стене 700 рублей. Это в аквапарке, видимо. А инвентарь у нас 300 рублей. 2000.